Сегодня 3 июня, и сегодняшняя цитата «Управляй или будут управлять тобой». Если вы не управляете своими эмоциями, эмоции будут управлять вами. Часто преданные или другие люди говорят: «Я так чувствую, я не могу это отпустить, я не могу чувствовать иначе». Это неправда. И я говорю: примите ответственность за свои чувства. Если вы чувствуете определенные вещи, есть два момента. Несите ответственность за свои поступки, ведь вы не обязаны действовать определенным образом просто потому, что вы так чувствуете. Вы можете контролировать свои действия. Также вы можете принять ответственность за то, что вы чувствуете, потому что если ваши чувства не способствуют достижению того, чего вы хотите, не способствует отношениям, вашему преданному служению, тогда контролируйте эти чувства. Вы можете их контролировать. Вы не должны держаться за них. Многие из нас думают: «Нет, я должен держаться за эти эмоции, я не могу их отпустить». Но это неправда. Вы можете. Возможно, вы просто еще не научились это делать. Но если вы не научитесь это делать, не научитесь управлять своими эмоциями, не позволять другим людям контролировать ваши чувства, что произойдет? Ваши эмоции станут управлять вами, и вы начнете делать то, чего не хотите. В итоге вы окажетесь там, где не хотите находиться. Управление эмоциями – это как самоконтроль или самодисциплина. Просто это более тонкая форма самодисциплины. Мы привыкли говорить о самоконтроле в отношении каких-то более очевидных вещей. Контроль языка, контроль того, что я вижу или слышу. Но эмоция – это тонкая форма мысли. Поэтому, когда мы говорим «контролируй ум», мы также подразумеваем «контролируй эмоции». Это часть процесса контроля ума. Это не менее, а во многом даже более важно, потому что если нет контроля эмоций, мы можем сказать или сделать нечто такое, что навредит нам и другим людям, и о чем мы будем сожалеть. Если мы говорим о контроле эмоций в плане прощения, доброты, сострадания, это означает, что когда с нами плохо обращаются, порой нам следует реагировать позитивно. Мы должны быть способны воздерживаться от действий, продиктованных только инстинктом. Нам необходимо обдумать это и понять, что инстинктивные действия – это не то, как я хочу поступать. И затем надо поднять себя на уровень более высокой эмоции, в более уравновешенное положение, более позитивное. Когда мы сможем посмотреть на того, кто нас обидел, и подумать, что же такое происходит в его жизни. Возможно, он страдает. Возможно, сейчас ему нужна помощь. Вот где появляется контроль эмоций. Это дает вам контроль почти над всеми сферами своей жизни. Вчера мы говорили о том, что если вы собираетесь жениться, надо стать подходящим для этого человеком. Если вы вступаете в отношения, не умея контролировать свои эмоции, то ваши эмоции могут разгуляться, и вы доведете другого человека до белого коленя из-за того, что не умеете контролировать свои эмоции. Люди станут делать то, что вас беспокоит, и вы не будете знать, как это переварить, и будете плохо с ними обращаться, или огорчить их, или будете их унижать. Из-за вас люди будут думать, что с ними что-то не так, и тогда они будут чувствовать себя плохо в вашем присутствии, будут чувствовать себя хуже, чем до знакомства с вами. Это создает множество ужасных ситуаций. Поэтому контроль эмоций необычайно важен. Вы можете спросить: а как контролировать свои эмоции? Ответ: просто контролируйте их. Это несложное дело. Это решение, которое нам нужно принять. Если я сердит, буду ли я это показывать? Если я испытываю определенное чувство, буду ли я выражать его? Или я буду его контролировать и постараюсь увидеть его в сознании Кришны? Часто преданные говорят: «Я не могу этого». Это ложь. Вы можете. Возможно, пока вы не знаете, как это сделать. Но, по крайней мере, начните с того, что вы можете это сделать. И вам надо научиться это делать. Молитесь Кришне руководство, изучайте книги Прабхупады, становитесь зрелыми. Смотрите на эмоциональную зрелость как на процесс самодисциплины, контроля ума и чувств. Просто потому, что я чувствую себя определенным образом, еще не означает, что я должен выражать эти чувства. Управляйте этими чувствами. Делайте их более зрелыми. Будьте взрослыми. Уважайте людей и хорошо обращайтесь с ними, даже если вам этого не хочется. Все равно поступайте так. Это эмоциональная зрелость. Это очень важно во взаимоотношениях и по отношению к себе. Управлять своими эмоциями, чтобы сосредоточиться на сознании Кришны.